уважаемые родители, гости и любимые учителя! Это утро можно назвать добрым не только благодаря ясному небу и яркому солнцу, а прежде всего благодаря нам, ученикам. Ведь сегодня, 1 сентября, начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний, которые откроют перед нами наши учителя. Пусть этот год будет добрым для всех! Пришел сентябрь, а значит, до свидания, лето, и здравствуй праздник школы, знаний и отметок. Сегодня двери школы снова распахнутся, уже сегодняшним утром уроки начнутся, учение свет начнут дарить учителя. С днем знаний поздравляем вас, друзья! За парты сесть готовы снова, мы продолжаем путь познаний и с радостью встречаем новый учебный год и день знаний. И верим мы, наш путь успешный и значимый, преодолимый. Мы открываем праздник вместе под вольным флагом Украины. Внимание! Торжественная линейка, посвященная празднику первого звонка, объявляется открытой. Школа, равняясь, смирно, государственный флаг Украины внести. Больно.